Высота прямоугольной трапеции, проведенной из вершины тупого угла, делит большее основание на отрезки длиной 7 см и 5 см, считая от вершины прямого угла. Найдите среднюю линию трапеции. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Четырехугольник ABCD – прямоугольная трапеция. Угол CAD равен 90 градусов. BH перпендикулярно AD. AH равняется 5 см. HD равно 7 см. КТ – средняя линия трапеции. Найти КТ. КТ неизвестно. Напишем формулу для вычисления средней линии трапеции. Средняя линия трапеции L равна полусумме оснований А плюс B на 2. Эту формулу стоит знать. Рассмотрим условия. BH перпендикулярно AD. Также CD перпендикулярно AD. Так как трапеция прямоугольная, из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что BH параллельно CD. Так как если две прямые перпендикулярны третьей, то они параллельны. Также из условий то, что ABCD это трапеция, мы можем сделать следующий вывод, что основание BC параллельно HD. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что четырехугольник BCDH параллелограмм. По определению, если в четырехугольнике противоположные стороны попарно параллельны, то он параллелограмм. А раз четырехугольник параллелограмм, отсюда можно сделать следующий вывод, что противоположные стороны попарно равны. BC равняется HD. И все это равняется 7 см. Воспользуемся формулой для средней линии. Тогда средняя линия КТ будет равняться основание BC плюс основание AD. Знаменатель 2. Рассмотрим длину отрезка AD. Длина отрезка AD будет равняться сумме длины, которой он разбит. AH плюс HD. Подставим наше AD в выражение для средней линии. Тогда у нас получается, что длина отрезка КТ будет равняться BC плюс AD. Это AH плюс HD. Знаменатель 2. Подставим сюда наше значение. BC равняется 7 плюс AH равняется 5 плюс HD равняется 7. Знаменатель 2. Посчитав, получаем 9,5 сантиметра. Запишем ответ. Средняя линия КТ равняется 9,5 сантиметра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.